Лиззи, ты здесь? Ты с нами? Кажется, она очень тобой недовольна. Смотрит сурово. Ну, как ты там, Зизи? Все ли с тобой хорошо? Как ты себя чувствуешь? Все ли благополучно у тебя? У нас, знаешь ли, тут погоды совсем неважные последние дядя, время стоят. Переходи к сути вопроса. Я в очень скверное положение попался. Здесь. Располнел, Петя. О, боже мой, боже мой. Немедленно исключай сладкое и мучное. Ну, здесь, мне кажется, ты слегка преувеличиваешь. Кучер Прокопий. За месяц до моей кончины 5 рублей занял на починку экипажа и пропил. Гони его в зашей. Рассчитай и гони. Садовник придет прибавки просить, и его гони. И перестань волочиться за каждой юбкой. Да что ж прикажешь делать? Ты ведь умерла. За Тонск прискакал. Сразу губернаторше? Хороша ли губернаторша? Нет, радость моя, вовсе нет, совсем нет. Нехорошо. То-то же. Теперь из-за нее дурья твоя башка. У тебя алиби нет. Как ты знаешь, получается? Ты все знаешь. Меня обвиняют в том, что я, мол, тебя убил. И Глафиру, кстати говоря, ведь тоже. А делать что? Мне ведь нужно как-то оправдаться, это ведь неправда. Как? С Клюевым пил? К цыганам ездил? Хорошо, хоть ума хватило почту из дома забрать. Ведь не мальчик уже, не мальчик. Почту? Какую почту? А, я газету брал. И письмо какое-то. Газету я прочитал. А письмо? Письмо не помню где. Саквояжа у тебя лежит. Домик Рансара им заложил. Верно, в саквояж. Ну, иди, понял. Прочитай немедленно. Да, понял, понял. Немедленно, Петя! Понял, понял, понял. Господи. Да, есть. Вот оно. Нет, нет, пожалуйста. От Глафиры к Кахармановой. Надо было раньше прочитать. Уж 3 дня, как невскрытая валяется. Сколько раз тебе говорила, сначала дела, потом губернатор. Зинаида, давай сейчас не будем, мы все-таки не одни. Здесь Анет. Аккуратнее, Петя. Теряешь время. Да-да. Ну что там, дядя? Это невероятно. Спасение. Спасение. Вот, однако, каков мерзавец, а? Каков мерзавец. Так я уже все, что знала, и благородию рассказала. Ну так расскажи еще раз, кто приходил к Глафире Кармановой. Так один ходил. Купец, сам не местный, недавно в Затонске. Открыл лавку чудную. Пахнет ей всякими травами заморскими. Вот меня уговаривал купить их. Да как же эту гадость еду класть, пусть Господь милует. Прогорит он с Яндой торговлюшкой. Так к нему никто и не ходил. И как его зовут? А, не помню, батюшка, я ей не помню. Так а зачем она мне? Да бог с ним, расскажи про второго. Ты же говорила, второй еще к Глафире приходил. Приходил. Вот. Только разочек всего. Но лица его я не видала. Ты же рассказывала, причесанный. Причесанный. Затылка. А раз затылок причесан, поди спереди, не синовал. Ой, да кто там? Господин Штольман? Благодарю. Я к Мироновым.
А вы, Антон Андреевич? Я понял. Найти купца, лавку. Наверняка она у нас одна в Затонске. Найдем, не волнуйтесь. Ну что, голубушка, придется мне тебя чаем напоить с пряниками. Что? Не пошла торговля? Не пошла. Фики у нас народ. Мне что-то такие приправы. Любой от Парижа до Москвы только обухался. А нашим, кроме свеклы до капусты, не надо ничего. Да. Антон Андреевич Коробейников. Ковригин Илья Самсонович. Аккуратней. Да. А что с товаром-то делать будете? Ну, известно, что отправлю обратно на свои склады в Москву. У меня ж таких лавки две в Москве, три в Петербурге. Живи, ус не дуй. Нет, понесло к черту, дорогая. Да надо было как-то заявить о себе. Может, в газету дать объявление. Я вот, например, про вашу лавку и не знал ничего до сегодняшнего дня. Хотя название такое великолепное. Это со смыслом с каким-то? Ну да, приправа так называется, китайская. Бадьян, сычуанский перец. Семена фенхеля, гвоздика, корица очень облагораживает любые блюда, особенно мясные. Да вот, позвольте, я вам презентую. Эту приправу сама китайская императрица употребляет. Благодарю. Чудесно. А вы, случайно, не были знакомы с Глафирой Кармановой? Из полиции, значит? Вот надо было сразу к делу. Нечего тут было моей торговлюшкой интересоваться понапрасну. Ну, пройдемте в лавку, там поговорим. Прошу. Макар, ступай наверх, собери документы для банка. Давай, давай, Макар, быстрей, быстрей. Ну? Что? Глафиру вы хорошо знали? Пронюхали, что я ходил к ней? Пронюхали. Так я не скрываю. Да, я к ней ходил. Потому как любил очень. Да. Вот Славка это, все уже через неделю все ясно стало. Два покупателя за 6 дней. Так вот только ради нее, ради Глафира, я эту лавку и держал. Уговаривал ее со мной в Москву поехать. И что же она? Она что? Она удавилась, как вы знаете. Вы должны знать, что Глафира не совершала самоубийство. Ее удавили, а после повесили. Вы точно знаете, кто ж посмел? А хоть бы и вы. Говорят, мужчина к ней какой-то приходил после полуночи. Он-то ее и убил. Кто ж таков? Неужто изменяла мне? Вот бабы нет им веры! Ладно, не терзайтесь так. Может быть, она и не знала его вовсе. Распустила, значит, знала. А, впрочем, теперь какая разница? Я в ту ночь у нее не был. Мы с Макаркой в лавке до утра работали. Антон Андреевич, ежели она мне и изменяла, вы все равно, Бога ради, отыщите убивца этого. Мы с вами еще побеседуем. И я хочу найти вас на этом же самом месте. Всего доброго. Только... Господин Штольман, я спасен. Читайте. Вы должны это прочитать. Читайте это. Немедленно читайте. Сама Глафира мне отписала. Ну, вкратце она пишет, что племянник Зинаиды Петровны. Читайте.
приехал к ней и уговаривал ее свидетельствовать, будто она видела, что я положил яд в чай Зизи. Ну, здесь об этом прямо написано. Сейчас где? Вот. Я, Петр Иванович, смотрите, я, Петр Иванович, его выгнала. Поскольку добро, ваша мягкость обхождает. Так, стоп, минуту, да. Сейчас, минуту. Вот. Твои ласковые руки. Не-не-не, это не то совсем. Вот. Вот. Поэтому слова о вас дурного не скажу. В этом можете быть покойны. Слова дурного о вас не скажу. Ну? Что это у тебя написано? Стал деребать лицо. Стал деребать лицо. Всякий образованный человек пишет не деребать, а царапать, не деребать. Я желаю видеть начальника полиции. Господина Трегубова, если я не ошибаюсь. С кем имею честь? Трегубов, это вы? Моя фамилия Головлев Виталий Григорьевич. Я племянник госпожи Мироновой, зверски убитой своим мужем год назад в вашем городке. Но следствие еще не закончено. И я бы на вашем месте, господин Головлев, воздержался бы от преждевременных выводов. Милостивый государь, я не нуждаюсь в ваших советах. Я приехал сюда, чтобы устроить вам выволочку. Почему господин Миронов еще не этапирован в Петербург? Конверт, будьте любезны. О, безусловно, конверт, да. Я ведь это письмо еще, оказывается, в Петербурге получил. Но о нем запамятовал, потому что, ну, мы с господином Клюевым совершенно по делам забегались. Ну, знаете, как это бывает. Но здесь, на этом, здесь ведь штемпель есть, и там дата. Ну да, так и есть. Да. Значит, забыли и только сейчас нашли. Да. Да. Ну, собственно, я бы и не нашел. Если бы не Зизи, она знает, где у меня что лежит. Ну, ангел, ангел, ангел. В некотором смысле, действительно, ангел. В самом, что ни на есть, прямом. Чистый ангел. Письмо я забираю, а объяснение мне дадите позже. Почему только сейчас о нем вспомнил? Так я же говорю уж. Нет, про ангелов не стоит. Ограничьтесь тем, что забыли о нем и только сейчас нашли. Да как вы смеете разговаривать со мной в подобном тоне? Кто вы такой, чтобы с меня спрашивать? С меня спрашивать, кто вы такой? Успокойтесь! С вас спросит министр. Посмотрим, что вы ему ответите. Вы еще запомните Головлева. Шли бы сразу к министру, господин Головлев. Зачем вам с нами время терять? Вы тоже не беспокойтесь, пойду. Тем более, что мне уже у него назначено. Рад за вас. Искренне благодарен, что соизволили навестить нас сами. Иначе пришлось этапировать бы вас из Петербурга. Вы с ума сошли? Вы здоровы? Вполне. Мне кажется, вы были недавно в Затонске. Посещали некую мещанку Глафиру Карманову. Я прав? Что за чушь? У меня нет никакого дела до вашего богом забытого города. У меня есть доказательства вашего визита. Письмо госпожи Кармановой господину Миронову, где она утверждает, что вы склоняли ее дать ложные показания против него. Да. Да, я был в вашем городе. Да, просил свидетельствовать Карманову. Но я не просил ее говорить неправду. Иначе откуда бы я узнал о преступлении, как не от Кармановой? И вообще, почему бы вам не допросить ее? Она вам все подробно расскажет. Потому что Глафира Карманова мертва. Вот. Вот. Вам не кажется странным, что в тот момент, когда в город приезжает Петр Миронов, убивают единственную свидетельницу преступления? А кто вам сказал, что ее убили? Я просто высказал свое предположение. Очевидно, попал в точку, так? Я понимаю, куда вы клоните. Нет свидетеля? Нет убийства.
но я вам не позволю. Как только я вернусь в Петербург, я буду лично жаловаться министру. Я запрещаю вам покидать Затонск. Вы не имеете права. Полагаю, вы остановитесь в гостинице, там точно удобнее, чем в арестантской. Николай Васильевич, я прошу разрешения представить к номеру господина Головлева городового. Непременно, Яков Платоныч. Я двух приставлю. Одного у дверей, а другого у окна. Я буду жаловаться. Ваше право. Свои жалобы также сможете передавать через городового. А сейчас соблаговолите покинуть нас, пока я вас не вызову. Городовой ждет. Голубчик, проводи господина на выход. Вот это вот все вам с рук не сойдет. Ну, что скажете? Не знаю, что со мной произошло. Ну, не бежать же извиняться. Надоело, Яков Платоныч. Не для того я 30 лет с верой и правдой, чтоб какая-нибудь петербургская... Простите, вша... Ведь нажалуется, мерзавец. Не беспокойтесь, в ближайшее время ему будет не до этого. Однако, Яков Платоныч, согласитесь, в словах его был резон. Что, если он уговаривал Карманову засвидетельствовать то, в чем она уже была свидетелем? Вы внимательно прочитали письмо? В нем было сказано о лжесвидетельствовании? Нет. Этот вопрос можно трактовать двояко. Может, мы его зря арестовали? Вы не волнуйтесь, Геннадий Васильевич. Да, я ему все передам. Да. Пешка, пальто, калоши. Да, на втором этаже, я поняла. Нет, записывать не надо. Я и так все прекрасно запомнила. Аннет? С кем ты разговариваешь? Да не налегает он мне на мучное, не на сладкое. И на здоровье не жалуется. Ну, да с чего вы вообще право взяли, что он располнел? Нет. Она снова здесь? Ты ее вызвал снова, да? Да не вызывала я ее, она сама пришла. А чего она хочет? Стало быть, Ковригин не был в ту ночь у Глафиры. Угу. Так вы что, все ему рассказали? Ну а какой смысл скрывать? Я слышал, вы посадили под арест племянника покойной госпожи Мироновой. Серьезно? Вы думаете, что он убил тетю или Глафиру? Не знаю. Письмо она написала гораздо раньше его отъезда. Разве что он нанял кого-нибудь другого. Да как вы не понимаете? У него не было никакого резона это делать. Не скажите, а если она отказалась солгать под присягой? Он мог ее убить для того, чтобы навести подозрение на господина Миронова. У Миронова был мотив. Миллионы. Миллионы его жены. Была возможность. Ну, чего мудрить, Яков Платоныч? Я боюсь, что ему прямая дорога в Петербург по этапу. Чем они вам так насолили? Кто? Мироновы. У меня такое ощущение, что вы непременно хотите видеть Петра Ивановича осужденным. Вы что, не понимаете, что это удар по всей семье? Понимаю. И поверьте, меня эта ситуация огорчает не меньше, чем вас. Но ведь все очевидно. И Николай Васильевич прав. Нам ни к чему ссориться с Петербургом. Я понимаю, у вас там высокие покровители и прочее, но мне увольнение вовсе ни к чему. За шкуру свою беспокоитесь. В любом случае, я сумею вас защитить. Спасибо на добром слове. Дядя, у меня для тебя огромное количество наставлений, Зинаида Петровна. Она, правда, тебе еще хочет что-то сказать, но у меня... Петя, Свешников и Виталий предлагают тебе выгодную сделку. Что ты артачишься? Ты никогда ничего не смыслил в коммерции. Соглашайся, это выгодная сделка. Выгодная сделка, выгодная сделка. В чем же тут выгода? В конце концов, есть какие-то иные соображения, да, выше выгоды.
Я не стану продавать зерно немцу. Не стану. А если здесь вновь разразится голод? Что тогда-то? Ты же газет не читаешь. Впрочем, конечно, не читаешь, откуда же у вас там газеты. Пошутил. Петенька всегда умел меня насмешить. Зинаида, ты не ухватываешь суть текущего момента. Ты не улавливаешь сути происходящего. Я тебе объясню, в чем дело. Дело в том, что положение канцлера сейчас крайне шаткое. Он может запросто лишиться своего портфеля. Может быть, даже это произойдет в этом году. А что тогда? А тогда договор с Россией будет разорван. Это правда. Германия его сейчас не любит. Mm-hmm. Но с чего ты взял, Петенька, что договор будет расторгнут? Господи, начала говорить о политике, это на 100 лет. Твое дело, Петя, это приумножать капитал. Mm-hmm. Прочее меня не волнует. Приумножать капитал, приумножать капитал, приумножать, приумножать, приумножать. Сколько же можно-то приумножать? Я патриот, в конце концов. Патриот до мозга костей. Это мое кредо. И никакой из свешников своим племянникам. Меня не переубедят в этом. Я позиции не переменю. Ты знаешь что? Виталий просил Глафиру сказать, будто я тебя убил. Что? Ну? Что она сказала на это? Сказала что-то? Она лишилась чувств. Первый раз в жизни такое вижу. То есть... Так. Она где? Здесь? В углу? Зизи! Зизис! Солнце мое! Радость! Сейчас, сейчас. Одну минуту, одну минуту. Я здесь, Зизи. Я иду. Господа, что вы тут делаете? Водой плюетесь! Мария Тимофеевна отдыхает. Мы будем тише. Будем тише. Ступай, ступай. Дядя, ее там нет. А скажи мне, пожалуйста, а что у тебя за дело с этим Свешниковым? Вообще, кто это? Мы все имеем разные доли в компании, торгующей зерном. Ну, я свою унаследовала Дизи. А тебе не кажется странным, что именно сейчас, когда у вас с племянником Зинаиды Петровны появились разногласия, он выдвигает против тебя обвинение? Я об этом как-то не подумал. Возможно, об этом и следовало подумать. Возможно. Я почитаю каждый божий день. По дому дохожу и у квартиранта спрашиваю, нет ли какой необходимости. Ну, я по платье, говорим, конечно, не без этого. Так вот, дней 5 назад ко мне подошла Глафира и говорит, я, Павел Мифович, платить больше не стану, так как скоро съезжать от вас собираюсь. Благодарю. Это крайне важно. Я тоже так подумал, потому и пришел к вам. Я поначалу огорчился, ну, потому как безобразия за ней замечено не было, и платила она аккуратно. Но все же пожелал ей счастья на новом месте и уже успел дать объявление в газету о сдаче квартиры. А она возьми и удавись. Да. Я читал ваше объявление. Ох, куда же она собиралась? Так ясное дело, ваше высокое благородие. Камлигин, купец, ходил к ней. А лавка-то у нее была неприбыльная. Вот он решил ее закрыть и уехать. А Глафира с ним. А я слышал, что она сомневалась, ехать с ним, не ехать. Ну, так решилась, стало быть. Да. Благодарю. Ваша помощь бесценна. Всего доброго. Доброе утро. Да не было что-нибудь? День добрый, Антон Андреевич. Есть новости? Ну, кое-какие есть. Вы знаете, мне безумно не нравится этот купец Ковригин. По-моему, он наврал мне с 3 короба. Ну, так вызовите его сюда и допросите как следует. И лавка еще это его странная. Зачем он вообще открыл ее в нашем городе? Дело-то убыточное. Меньшим безумием было бы носить дрова в лес. Мне кажется, вы говорили, он торгует специями. Китайскими. А как вам известно, Китай сейчас воюет с Японией. И товар
проходит обходными путями и доставляется крайне нерегулярно. Да там темная история, пытается установить свое господство в Корее. Вы навели справки в купеческой гильдии? Навел. И мне конфиденциально сообщили, что этот наш Ковригин в долгах, как в шелках. Да ну. 20 000. Немыслимо. Но и это еще не все. Его векселя выкупили. И кто же? Это нам и предстоит выяснить. Дожил. Не могу зайти в собственный дом. Да. Ты прости меня, я в прошлый раз сорвался, наговорил лишнего. Ты уж не держи зла. Ну что, что там с твоим делом? Жду, пока господин Штольман не отыщет настоящего убийцу Глафира. Только это меня спасет. Ну что ж, будем надеяться на лучшее. Петр, я не думаю, что ты способен на хладнокровное убийство. В принципе, на убийство. Благодарю. Ты меня тоже извини. Тоже был не сдержан в прошлый раз. В конце концов, каждый живет так, как считает нужным. Ну, скажи мне, ты счастлив с Лизой? Очень. И благодарен судьбе, что она мне сделала такой подарок на склоне лет. Ты знаешь, я как будто заново родился. И каждый новый день словно чудо. Я, конечно, рад это слышать, но что ж тебе мешало любить Лизу, не уходя из семьи? Я понимаю, ты человек не практически в этом вопросе. Так следовало спросить совета у меня, я бы тебя не оставил. Ну, ты же знаешь, я не умею крутить тайные амуры. Тайные амуры. Ну, хорошо, а что плохого в тайных амурах? По крайней мере, никто не страдает. А так что? Будешь разводиться? Ну, разумеется. Со временем, конечно. Развод – дело долгое, хлопотное, а главное – грязное. Так что в ближайшее время все останется по-прежнему. В конце концов, я не единственный человек в России, который живет в подобном положении. Это что за бумага, Макар? Вы разве не видите? Телеграмма. Телеграмма. 28 или 29 пудов. Это что ж ты пудами-то в Петербург отправляешь? А? Неужели специи? Гвоздику или корицу? Нет, это не специи. Это другое дело. Мое. Я знаю, что это за дело. Глафиру мою в ночь на 29-е повесили. Уж не ты ли ее в петлю сунул? Когда же мне было-то? Я ж всю ночь в лавке работал. Что ты врешь? Ты же на час цело отлучался. Ну-ка, Макар, давай-ка, собирайся. Идем в полицию, там все проясним. Стой на месте. Порешу! Здравствуйте. Меня поджидаете? Знаю, какой дорогой вы ходите. Устали? Или мысли нерадостные вас беспокоят? А что? Скажите, дядя так и не решился рассказать, где он был в ночь убийства Глафиры? А вы решитесь поговорить со мной не только о делах? Конечно. Я... Яков Платоныч! Добрый день, Анна Викторовна. Здравствуйте, Антон Андреевич. Я все узнал, все выяснил, шепнули мне на ушко, что этот Ковригин – купчишка. Он частенько выступает по своим именем в интересах другого лица, некоего Свешникова. Свешник? Именно. Это второй компаньон моего дяди. А кто первый? Гал Лавлев. Знаете, мне кажется, что все эти специи – это лишь прикрытие для каких-то темных дел. Специи, а не золото. Вот что это было. Будьте здоровы. Спасибо. Идемте к Ковригину. Яков Платоныч, идемте. Яков Платоныч! Мы еще поговорим, Анна Викторовна. Что такое?
Как всегда, вы не вовремя. Вас трудно понять, Яков Платоныч. Нет, конечно, вести беседы с Анной Викторовной гораздо приятнее, чем заниматься своими прямыми обязанностями, верно? Полиция, открывайте! Будьте здоровы. Анна Викторовна, вам здесь нельзя. Это может быть опасно. Во-первых, речь идет о моем дяде. Я сделаю все для его спасения. А во-вторых, я подумала, что мы могли бы поговорить и сейчас. Хорошо. Антон Андреевич, разберитесь сами. Так о чем вы хотели со мной поговорить? А? Он на втором этаже. Наверняка есть черный ход. Анна Викторовна, подождите здесь. Я вас очень прошу. Ковригин. Макар. Кто это? Приказчик Ковригина. Вот тебе и специи. Вот. Нашли в комнате Макара. Получается, сначала убил, а потом заодно и деньги забрал. Да. Тела к доктору Милцу? Ну, куда же еще? Теперь мне все ясно. Но надеюсь, кое-что вы все-таки мне растолкуете. Вы опять за старое? Господи, что ж такое происходит в нашем Затонске? Одни убийства, а теперь даже двоих. Да, а я было собрался пообедать. Ступайте, доктор. Они все равно от вас уже не убегут. Идите обедать. Ну, спасибо, что спускаете. Через час буду на месте. Господа. Пришло время поговорить. Анна Викторовна, что тут случилось? Вы когда-нибудь видели, как дерутся духи? Бог миловал. Боже, господи, да они же тут просто все разнесли. А вы сами целы? Они говорили про какую-то телеграмму. Вы нашли ее в лавке? Где ты так долго был? Я успела соскучиться. И обед стынет. Ух ты!
бараньи котлетки и борщ. Все, как ты любишь. Я самый счастливый на свете человек. И за что же мне такое счастье? Просто потому, что ты лучший из людей. Ну что, твой брат? А что мой брат? Мой брат, как всегда, пытался читать мне нотации, но такой у него характер. Впрочем, в нем есть много хорошего. Знаешь, я даже хочу его как-нибудь пригласить к нам. Ну, если, конечно, ты не против. Нисколько. Я буду рада с ним толком познакомиться. Но когда? Мы же скоро уезжаем. Да. Да, твой паспорт будет готов уже через несколько дней, и мы с тобой едем в Ниццу. Боже мой. Неужели я наконец увижу море? Конечно, мой ангел. Господи, какое же у меня еще дитя. Эта поездка для меня настоящее чудо. Будет еще много чудес. Ну, а теперь давай обедать. Вот телеграмма. На полу нашли. Разрешите заводить? Заводите. Но это уже переходит все границы, господа. Смею вас заверить, что вам придется ответить за этот произвол. Я непременно отвечу. А вы, господин Головлев, за участие в убийстве. Что за чушь вы несете? Николай Васильевич, дело раскрыто. Разрешите доложить? Докладывайте. Антон Андреевич, может, вы? Почту за честь. Итак, в Петербурге существует весьма крупное торговое товарищество, волею судьбы, большей частью которого владеет Петр Иванович Миронов. Еще один пай поменьше принадлежит купцу первой гильдии Свешникову. И совсем крохотная его часть ваша, господин Головлев. Я не понимаю, при чем здесь это? Мою тетку убили. Вы забрали дело и тянете время. Тяну, ибо время полезнейший советчик. Как вы знаете, Николай Васильевич, Россия и Германия заключили торговое соглашение о поставках зерна. И господа Свешников и Головлев решили, что это прекрасный повод получить колоссальную прибыль, сверхприбыль. Однако они забыли, что не всегда ветры дуют туда, куда хотят корабли. Их товарищ и компаньон Миронов решил воспротивиться этой сделке, верно? У вас буйная фантазия, молодой человек, поздравляю. Благодарю. Иной делец, возможно, смирился бы. Но не вы, господин Головлев, и не ваш партнер Свешников. Ибо вы знаете, что жареный цыпленок сам в рот не заскочит. Вы решили убрать с дороги строптивого компаньона, помешавшего вам получить столь желанную вами прибыль. Зачем вам строптивый компаньон? Вы подстроили все так, чтобы его заподозрили в убийстве собственной жены. Для этого господин Головлев приезжает в Затонск и пытается заставить Глафиру Карманову дать показания против Миронова. Однако та отказывает ему. Мало того, она пишет письмо господину Миронову, где предупреждает его о кознях господина Головлева. Вот это письмо. Вы уничтожили дубликат. Вот оригинал. Отказ Глафиры не остановил злоумышленников, и они решили убить ее, да так, чтобы подозрение пало на Петра Миронова. И тогда к делу привлекается купец Ковригин, милый друг Глафиры, долги которого скупил третий партнер, Свешников. Однако Ковригин, похоже, искренне полюбил Глафиру и убивать ее отказался. Они собирались вместе покинуть город. Отчего же не уехали? Не успели. Они ведь и подумать не могли, что преступники подкупят приказчика Ковригина Макара. Он-то и убил Глафиру Карманову после получения телеграфного сообщения. Кстати, вот оно. Согласен на 28-29 пудов. Никак не больше, но и не меньше. Точка. При чем тут какие-то пуды? Да абсолютно ни при чем. Это сообщение говорит лишь о том, что Глафира Карманова должна быть убита в ночь с 28 на 29 августа, когда в город прибудет господин Миронов. Только, к несчастью для Макара, эту телеграмму нашел Ковригин и обо всем догадался. С
Сначала он убил его, а потом пытался убить вас. Господа, я ничего не понимаю. Вы так мудрено говорите. В чем, собственно, меня обвиняют? Сядьте. Ваше благородие, депеша из Петербурга. А я знал. Я верил, был убежден в благополучном исходе этого дела. Однако, можете себе представить, прошу, что я пережил за эти два дня. Зато какой удивительный опыт, Петр Иванович. А чего бы вам не написать про это? Ну, Мария Тимофеевна, все, что касается литературной части, это ваше. Ох, ура. Господин Штольман и господин Коробейников пожаловали. Зови, зови. Дядя, не забудь выразить благодарность. Яков Платонович защищал тебя, как лев. Рад вас приветствовать, господа. Не откажите в любезности выпить с нами. Выпить с нами не столько даже за ваш успех, сколько за мое чудесное освобождение. Петр Иванович. Коим, безусловно, я обязан именно вам. Домна, неси бокалы. А что-то случилось? Что-то случилось, Яков Платонович. Мне? Господа, а вот и бокалы. Расследование убийства госпожи Головлевой прекратить, господину Головлеву с отъездом в Санкт-Петербург, препятствий не чинить. Министр внутренних дел дурного тычака. Как? Эти негодяи не получат наказания? Увы, тут мы бессильны. К несчастью, похоже, у них высокие покровители в столице. Беда нашей империи, Анесса, в том, что власть придержащие первыми нарушают закон, который предписывают соблюдать всем остальным. Ах, оставьте, господа. Но я не вижу повода для печали. В конце концов, нам важна только первая строчка в этой телеграмме. Ну, не так ли, господа? Антон Андреевич, кажется, мы с вами давно не музицировали. О, это прекрасная идея. Прекрасная идея. К роялю. А я вас покину. Пойду немного пройдусь. Подышу свежим воздухом, разомнусь, так сказать. Разомнешься? А как же устои государства? Нет. Устои государства на то и устои. Устоят. Неисправим. Ha 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 ha!